بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Очень многие из вас знают, что я очень долгое время, на протяжении практически 7-6 примерно лет, предлагаю дискуссию выскочки по имени Абу Усман Джоузи. И он всячески избегает этой дискуссии со мной, всячески игнорирует эту дискуссию со мной. Хочешь меня вызвать на диспут, чтобы я тебе доказал, что он все-таки сунну оставил, правильно? Или ты хочешь, ты хочешь, чтобы я тебе доказал, что он сунну не оставил? Я не хочу тебя на вызов бросать вообще. В принципе, я тебе вызывал много лет. Ты молчал, не отвечал. Я молчал. Сейчас я не хочу тебе вызов бросать. А 15-й год забыл? 15-й год. Виляя али Курани, помнишь? Нет, ну и что в итоге? Ты не дал добро, чтобы бахс состоялся. Ты начал себя вести неподобающим образом. Неподобающий? Там не было с моего слова, с моей стороны не было ни одного оскорбления. Нет, ну как не было? Ты сказал, что ты испугался. Ты мне сказал, что... Я сказал, что ты испугался? Ты меня вызываешь на бахс? Сейчас? Да нет, не вызываю. Не вызываешь? На этом закончим. Я тебя не вызывал. Все, на этом мы заканчиваем. Ассаламу алейкум.